Парикмахер ТВ. Алена Колодкина, первоклассный мастер. Теперь давайте посмотрим, насколько хорошо у нее получилась прическа из длинных волос на проекте Парикмахер ТВ. Своей модели я накрутила волосы, дала им остыть и сейчас приступаю к формированию прически. Для этого я волосы распускаю и буду работать на распущенных волосах. Собираем волосы, используя как основу прически косу. Несколько прядей у лица я оставлю свободными, это придаст больше шарма. Я заплела косу, и свободно волосы я обработаю воском, чтобы они были более гладкими. Середину косы я закалываю у основания. Конец остается свободным. Теперь я добавлю украшения, и наша прическа готова. Привет, меня зовут Алена Колодкина. Смотрите мои мастер-классы на Парикмахер ТВ. Парикмахер ТВ.